Три вопроса. Экстремизм в России сегодня одна из самых острых проблем. Решать ее нужно всем миром. Сегодня за круглый стол сели представители краевых властей, администрации городов и районов Приморья и сотрудники правоохранительных органов. Все они говорят, что ряды экстремистов все больше молодеют. Те, кому сейчас от 14 до 19 лет, самые активные участники группировок. Поэтому нужно вести разъяснительную работу в школах и вузах. Руководителям учебных заведений совместно с общественными организациями, которые действуют у них в учреждениях, создать на базе учебных заведений постоянно действующие площадки для разработки и реализации системных мероприятий по направлению профилактики экстремизма. По отношению к другим субъектам федерации, Дальневосточном федеральном округе, в том числе в Приморском крае, положение вроде бы благополучное. Это относительно благополучие объясняется во многом той скрупулезной работой, которая проводится в наших ведущих муниципальных, городских округах, краях. Национальные общественные организации плотно работают с госструктурами и с властями региона. Представители диаспор отмечают, что молодежь нужно с ранних лет активно вовлекать в спорт. Мы в своей общине ведем эту работу тоже, как бы для того, чтобы они стремились к спорту, надо ведущих спортсменов, которые знают на уровне России, привлекать в средства информации, на какие-то мероприятия, чтобы они рассказывали молодежи. И молодежь будет больше тянуться в спортивном образовании. И это будет как-то отвлекать от бездельного образа жизни. В послании президента Владимира Путина к Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что экстремистские настроения необходимо искоренять в России, а с молодежью, которая подвержена влиянию различных сект, необходимо работать ежедневно. Надежда Арсеньева, Сергей Лемыцких, Панорама.